перехожу к более хитрой задаче. Я не знаю, в состоянии ли мы ее сейчас с вами решить. Неравнобедренный треугольник. Я обозначаю по возрастанию. Альфа меньше бета, меньше гамма. И, разумеется, это будет меньше, чем 180. В качестве величины, которую мы будем рассматривать, я беру такую штуку. Во-первых, угол альфа должен быть достаточно большим. Разность бета и альфа должна быть достаточно большой. Нет, я их уже упорядочил, поэтому сама разность. Разность гамма и бета. И, наконец, последнее. 180 минус гамма. Смотрите, господа, у меня целевая функция уже не такая простая. Четыре выражения. Альфа, бета минус альфа, гамма минус бета и 180 минус гамма. Когда у вас речь о равнобедренном треугольнике, то, зная один его угол, можно найти другие все. Когда речь о прямоугольном треугольнике, то же самое. Зная один угол острый, можно найти другой острый. А сейчас у меня впервые на этом занятии параметров на самом деле два. Дело в том, что про любой треугольник мы знаем, что у него сумма углов 180. Это, конечно, замечательно. А вот вопрос, как на чертеже нарисовать вот эту задачу? На самом деле, это первая по-настоящему трудная задача нашего сегодняшнего дня. Потому что, формально говоря, в ней целых три величины. Альфа, бета и гамма. Но на самом деле все не так страшно. Потому что гамма выражается через альфа и бета. Но выражаться-то оно выражается. А все-таки что мне делать? На самом деле работать. Понимаете ли вы, что если угол гамма самый большой в треугольнике, то углы альфа и бета, очевидно, оба острые. Да. Потому что если у меня будет два таких угла, то это невозможно. Поэтому на самом деле я должен здесь отложить по 90 градусов. Теперь я буду по очереди изображать все неравенства. Что значит 0 меньше, чем альфа? Ну, это понятно. Вот с этой стороны. С этой стороны альфа положить меньше. Что значит альфа меньше, чем бета? Где на картинке альфа равно бета? Где точки, у которых абсцисс и ордината равны? Да, в этой точке равны. А еще? Опа. Здесь еще. А еще? Пожалуйста. Ура, молодец. Все, 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 все. Альфа равно бета вот здесь. Конечно. Дело в том, что когда берете эту точку, то вот эта величина ровно такая же, как эта. Вот это альфа, вот это бета. Отлично. Следующий вопрос. А где альфа меньше бета? Вот альфа больше нуля, господа, это было справа от вот этой прямой. А с какой стороны у нас альфа будет меньше, чем бета? Нет, неверно. Пожалуйста. Для каких точек плоскости абсцисса меньше ординат? Неверно. Когда у вас есть система координат, есть точка, то вот этот отрезок – это ординаты, а вот этот отрезок – это абсцисса. Да? Молодец. Вообще вот в любом месте, в любом месте выше только что проведенный прямой. Отлично. Все, вот здесь вот, да? Все, спасибо, правильно. Теперь выступает задача потруднее. Что значит бета меньше, чем гамма? Давайте, во-первых, вспомним, что такое гамма. Гамма у нас это 180
Надо, чтобы бета было меньше, чем гамма. То есть, чтобы величина бета была... Давайте здесь вот напишу. Бета должно быть меньше, чем 180 минус альфа и минус бета. Так, я переношу бета сюда и получаю такое неравенство. Бета должно быть меньше, чем 180 минус альфа пополам. Ребята, каким образом вообще рисуют множество решений линейного неравенства? Рисуют прямую, где выполняется равенство, и после этого смотрят, с какой стороны от этой прямой у нас больше, а с какой стороны меньше. Итак, поехали рисовать функцию бета равно 180 минус альфа пополам. Если альфа это 90, то здесь будет 90, поэтому вот эта точка. Если альфа равно 90, то это будет 45. Поэтому надо взять точку вот здесь и соединить. Теперь смотрите, бета меньше, значит, на самом деле нас интересуют все точки, которые вот здесь. Слушайте, у нас задача свелась уже к такому треугольнику. Мы разобрались с тем, смотрите, что такое гамма. Это 180 минус альфа минус бета. Альфа и бета положительные на этой картинке, поэтому это даже рисовать не надо. Все, речь идет о таком треугольнике. Заметьте. Вместо того, чтобы говорить о всевозможных треугольниках, я теперь буду говорить о любой точке из вот такого забавного треугольника. Смотрите, когда я беру эту точку, то я получаю альфа, это вот этот угол, я получаю бета, это вот этот вот угол, ну и гамма, как 180 минус альфа. И теперь я должен вот на этой картинке узнать, где минимум из вон тех трех штук альфа, бета минус альфа, гамма минус бета и 180 минус гамма, где эти вот замечательные величины, на какой части, какая из этих величин самая маленькая, какая из этих величин большая. Господа, на самом деле для этого надо просто проследить, а где они равны. Тут работает вот тот замечательный принцип. Когда сравниваешь какие-то две величины, лучше всего посмотреть, где они равны. И после этого с одной стороны у нас одна величина будет больше, с другой стороны у нас другая величина будет меньше. Скажу ответ. Есть такие замечательные прямые. Есть прямая, на которой бета равно 2 альфа. Я объясняю, почему эта прямая интересна. Потому что здесь альфа будет равно бета минус альфа. Прямая бета равно 2 альфа. Есть другая прямая, которая задана уравнением альфа плюс бета равняется 90 градусов. И есть еще третья горизонтальная прямая, которая задана уравнением бета равняется 60 градусам. Так вот, если вы расчертите весь треугольник на вот такие области, одна область вот этот треугольник, другая эта и третья вот эта, то вы увидите, что на каждой области вы можете понять, какая функция самая большая. Еще, господа, контрольный вопрос. Понимаете ли вы, что из этих вот четырех величин на самом деле величина 180 минус гамма не нужна? Или вы это не заметили? Чему равняется 180 минус гамма? Чему? Альфа плюс бета. Альфа плюс бета всегда больше, чем альфа. Поэтому на самом деле для минимума это не нужно. Поэтому на самом деле у нас идет речь о трех функциях. На каждой из этих трех областей можно понять, какая больше, какая меньше. И соответственно, минимум достигается вот в этой точке.
А, где бета? Это 60, ну и, соответственно, альфа 30, да? Так, господа, на самом деле, в статье, которую я сейчас рассказывал, называется «На самом происходит треугольник», и она в энциклопедии, да? В этой статье рассмотрено еще несколько моделей, и, соответственно, там и другие ответы, и даже более интересные ответы.